Алтайский рынок недвижимости адаптируется под новую реальность. Что делать дальше, думают и продавцы, и покупатели, и риэлторы. Один из трендов алтайских жителей – приобретать квартиры в соседнем регионе. Так стоит ли этому следовать? И что в целом переживает сфера недвижимости в Алтайском крае? Об этом поговорим с директором нескольких агентств недвижимости Дианой Фоминой. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. По последней информации, барнаульцы начали массово скупать квартиры в соседнем Новосибирске. В Барнауле что, нечего покупать? Ну, отчасти, может быть, вы правы, да. В Барнауле, конечно, очень существенно снизилось количество предложений, хотя вот буквально только сегодня ночью у нас открылся старт нового ЖК, и мы всю ночь активно бронировали для своих клиентов. Но на самом деле, действительно, в Барнауле меньше стало предложений, но дело даже не в этом. Дело в том, что Барнаул, сегодня только смотрела новости РБК, вошел в пятерку городов с самой высокой динамикой цены за квадратный метр. И таким образом у нас цена Барнаула и Новосибирска, она стала меньше. А если говорить с точки зрения, ну, такой долгосрочной инвестиции, настоящей инвестиции, когда собственник не продает квартиру на пике, а сдает ее потом в аренду, Новосибирск с этой точки зрения, ну, как бы, наверное, перспективнее, чем Барнаул. Поэтому есть такой тренд, действительно есть такой тренд. Ну, я не скажу, что он массовый, но тренд появился. А этому есть какое-то объяснение? В Новосибирске есть аэропорт или с чем это связано? Ну, в Новосибирск притоковый город, это очень важно понимать. То есть он входит в пятерку крупнейших городов России и по количеству, по динамике роста. И за последние там, 15 лет Новосибирск, несмотря на все кризисы, не останавливал роста в ценах на недвижимость. Даже в кризисы, когда у нас там цена падала, опускалась, притоковые города, они тормозили цену, то есть падения не было. То есть даже несмотря на такой рост в Барнауле за последние годы, мы все еще не догоняем, да? Ну да, мы не догоняем, но тому, конечно, есть факт, есть ряд объяснений. У нас действительно нет аэропорта, у нас не так, хотя у нас очень хорошие качественные вузы, но тем не менее количество их с соседним Новосибирском, оно, конечно, несопоставимо. Угу. Ну и, конечно, Новосибирск, тот рост, который произошел за последние 20 лет в Новосибирске, он... Динамика, конечно, с Барнаулом несопоставима. Хотя вот у нас старшие дети живут в Новосибирске. Я, допустим, туда не хочу переезжать. Никак. Барнаул милее, роднее, комфортнее, компактнее. И в Барнауле очень хорошо расти детей. Это я всегда говорила, говорю и буду говорить. А кроме Новосибирска, куда еще наши вкладываются? Хорошо вкладываются, ну, в те же самые притоковые города. Это сегодня Краснодар, Санкт-Петербург, Москва. То есть Новосибирск самый ближайший. Да, Новосибирск самый ближайший. Кроме того, в Новосибирск очень хорошо мигрируют или вкладываются, как мы сейчас говорим, да, жители Алтайского края, потому что там есть выбор пока еще. Ну, я думаю, что будет, потому что застройщики Новосибирска всегда очень активно двигают. Но вообще строительство в Новосибирске всегда было более активно, чем в Барнауле. Еще одна точка зрения, что сейчас стали активно покупать недвижимость, потому что это еще и способ как-то сохранить свои деньги от инфляции, из-за курса доллара. Что вы об этом скажете? Ну, я могу вам сказать, что в недвижимость вкладывали деньги для того, чтобы их сохранить. И спрятать их, вернее, так, сделать их независимыми от курса доллара всегда. Вот 30 лет существует рынок недвижимости России. Всегда недвижимость, мы так устроены, у нас такой менталитет, что все-таки есть такое популярное выражение в последнее время у инвесторов, значит, инвестировать деньги в бетон, да. Но я все-таки, поскольку я такой риэлтор со стажем, я всегда говорю о том, что цена, почему хорошо сохранять деньги в недвижимости, потому что вне зависимости от колебаний цены, то есть она может быть выше, может быть ниже, может быть существенно ниже иногда, как это было там в 2014 году, например, в 2015, ценность никогда не упадет. То есть это всегда какой-то такой родовой капитал, который всегда пригодится в любой семье, в любых жизненных обстоятельствах. Ну, поэтому, конечно, в недвижимости легче всего, проще всего. Кроме того, несмотря на то, что у нас за последние там, года 2-3, наверное, очень активно растет финансовая грамотность населения, очень много курсов по инвестициям, очень много помощников, консультантов, инвестброкеров, всевозможных компаний, которые помогают инвестировать деньги. То есть, ну, мы сами много читаем про инвестиции, сами играем немножечко в эту игру, да. Но, тем не менее, то есть, все мы знаем про стрессовую ситуацию, в которой рептильный наш мозг делает...
то, что самое безопасное. А жилье – это самое безопасное. Поэтому, конечно, туда большинство людей туда несут свои сбережения для того, чтобы их сохранить. Вот. И что сейчас происходит в Барнауле? Вот месяц назад мы зафиксировали некий спазм у всех. Сейчас какое-то движение началось? Ну, вы совершенно верно сказали, спазм, да, как это обычно после спазма и бывает, отпускает и начинает более активное кровообращение. У нас повышенная активность последнюю неделю, вот марта. Мы абсолютно, если я могу говорить о своей компании, потому что о двух компаниях, потому что там я знаю цифры, метрики, я понимаю, что мы нисколько не отстаем от показателей февраля и не отстаем от динамики, которая вообще, в принципе, из месяца в месяц фиксировалась нами. Причем мы не отстаем не только по показателям так называемым запаздывающим, да, то есть конечная выручка, да, но и по опережающим показателям, то есть, в принципе, работа идет, клиенты обращаются, задатки принимаются, ипотеки одобряются. Да, конечно, у нас на сегодняшний день процент соотношения ипотек на вторичный рынок и на первичный рынок там существенно изменился в сторону первички, то есть прям существенно. Угу. Но, тем не менее, рынок живой, и он живет, как положено организму живому. Вот с этой точки зрения интересно сравнить ваше мнение и мнение жителей. Мы провели опрос. А можно его включить? Ситуация не лишняя. Мне кажется, вообще лезть в ипотеку – это смерти подобно. Потому что сейчас так сильно цены подскочили. Ну вот я тоже как, ну не знаю, задумывалась об этом. Вот. Но на данный момент думаю, что перспективы вообще практически нет. Я думаю, что все-таки ситуация маленько изменится, наладится. И все-таки немного упадут цены. Надеемся на это. Я не знаю, сколько нам придется ждать, чтобы цены как-то снизились. В ближайшие лет 5-10 точно снижения цен не будет, я думаю. Надо подождать. Потому что опасно, неизвестно, что дальше будет. Когда стабилизуется, потом желательно взять. Надежда умирает последней. Может быть, это как-то связано с возрастом тех людей, у которых мы спрашивали, это молодежь? Я сразу обратила, да, на это внимание, потому что давайте вот, и причем речь-то идет о разном. Где-то кто-то говорит о ценах на недвижимость, а кто-то говорит о цене ипотеки. И это все-таки разные две цены, тоже важно понимать. Они, безусловно, между собой они влияют друг на друга, и одна за другой цепляется, но, тем не менее, это разные цены. Я не даю прогнозов никаких абсолютно, никогда. Я могу только сказать о том, что я работала на рынке недвижимости тогда, когда ипотека была 25% годовых. И это ее в каком году было? Это 2002, 2000, 2002 год. То есть ипотека была, и ее брали. У меня у самой первая ипотека взята под 18% годовых. Это другое дело, что, конечно, порядок цифр был тогда другой на квартиры, но и зарплата была другая. То есть, поэтому, знаете, какие-то аналитические выводы делать на основании тех данных, которые сегодня мы имеем, это дело вообще не только неблагодарное, а, я бы даже сказала, такое сродни мошенничество. Потому что никто не знает, как это будет, никто не понимает, как это отреагирует. То, что рынок отреагирует, это однозначно. Но каким образом? Потому что у нас настолько государство сейчас погружено вот в эту вот сферу регулирования, что, ну, вы видели, да, так это было там 5 дней назад, да? Одна фраза, и доллар пошел вниз. Вот. И точно так же работает и на рынке недвижимости. То есть одно постановление какое-то, и рынок начинает вести себя совершенно по-разному. Причем, к сожалению, последние 2 года мы видим, что рынок себя ведет по-разному не органически, не естественно, а истерично. То есть каждый раз на какое-нибудь заявление, на какой-нибудь новый выход, то есть происходит какой-то истеричный вброс. Ну, я прошу прощения за такое слово, но потому что действительно это был такой постоянный, вот, 2 года хайпового рынка. Вот. Счастье, что огромное количество людей получили возможность реализовать свою там мечту жилищную в этих условиях. Но сказать о том, что рынок сейчас встанет, но я не возьмусь, потому что рынок не встает никогда. Потому что жилье – это естественная часть потребностей людей. А люди рождаются, умирают, к сожалению, женятся, разводятся тоже, к сожалению. И все вот эти вот жизненные ситуации, они влекут за собой решение жилищного вопроса. И, как правило, когда ситуация касается не покупки жилья с нуля,
а именно вот решение развозов-свозов, так называемых, да, такой риэлторский сленг, то денег, сколько нужно на доплату, да, их нужно не такое количество. И, соответственно, процентная ставка уже имеет не такое критическое значение, потому что разница в платеже становится ну, несущественно важна. И здесь поэтому каждым, с каждым смотрим, решаем, общаемся. То есть часть покупателей осталась, часть была, часть пережила этот спазм и вновь появилась. А продавцы как себя сейчас ведут? Сейчас все успокоились, я могу сказать. Сейчас продавцы спокойно идут на сделки. Был, естественно, спазм, но это естественная человеческая реакция, потому что мы все помним, там, ну, может быть, не все, но помним 98-й год, когда мы утром проснулись, а у нас деньги превратились в пыль. Да? И, кстати, у нас каждый год, каждый Новый год такая история происходит. У нас все хотят купить квартиру до Нового года, как будто в 12 часов они превратятся в пепел. Но суть, понятно, что сейчас как бы немножко другая, более экстремальная ситуация. Она понятна, что она еще там всеми внешними факторами подогревается. По большому счету, но почему продавцы в такой спазм впали? Потому что все покупают, а я продаю. Зачем я продаю? Ну и, естественно, вот здесь вот самый главный вопрос. Зачем? Мы его и решаем. То есть если человек продает для того, чтобы дальше что-то купить и решить свой жилищный вопрос, ну все, значит, успокаиваемся, делаем расклад, принимаем решение и идем дальше покупаем. Если человек продавал, так называемые инвесторы, да, то есть если он продавал для того, чтобы переложиться в квартиру на котловане, для того, чтобы обернуть деньги, но здесь, конечно, здесь никто не возьмется. То есть здесь наша задача просто рассказать, какие могут быть варианты. Вариант, наше отличие от наших клиентов в том, что мы вариантов просто видим больше. Ну да, ответственность в любом случае, конечно, за свои деньги у каждого на себе. Какие-то тренды наблюдаете? Вот некоторые говорят о затягивании сделок. Что вы видите? Знаете, можно было сказать о затягивании сделок вот 3 недели назад, потому что появилось понимание того, что, ну, есть такой сленг риэлторский, цепи, цепочки, да, то есть это такое негласное правило, что клиентов нельзя выводить на сделку, не найдя ему вариант взамен, да, то есть чтобы человек с деньгами на улице не остался при любых экономических ситуациях, не говоря уже, конечно, о кризисных. Конечно, сложившаяся экономическая ситуация этот тренд укрепила. И цепи стали не рваться, а именно соединяться. То есть, ну, люди не выходят на сделку, потому что надо купить себе, а то, что себе еще там дальше надо купить, и, соответственно, цепочка затягивается. Но это буквально, наверное, продлилось неделю такое состояние. Опять же, спазм уже это не только вот встали, побежали, да, спазм это замерли, да, то есть скорее это было не затягивание, это скорее была ситуация замерли. А когда немножко шок первый прошел, да, и стало понятно, что кому надо продавать и кому надо покупать, надо все равно выходить на сделки, наоборот ускорилось все. Почему? Потому что у нас ипотеки, одобренные под предыдущую процентную ставку, резко сократили срок своего действия, то есть если у нас стандартно всегда было срок действия процентной ставки это 3 месяца, то в сложившихся ситуациях один банк нам поставил до 5 марта, другой банк поставил до 28 марта, да, и, соответственно, наоборот, скорость выхода на сделку увеличилась, и сделки сейчас проходят очень быстро, очень быстро. То есть банки работают допоздна, спасибо им за это. Риэлторы у нас работают допоздна, спасибо им за это. Ну и, в общем, все. Наоборот, сейчас рынок очень ускоренный. Что сейчас больше продается, первичка или вторичка? Ну, сейчас сложно сказать, что... Ну, конечно, сейчас первичка больше продается, потому что ипотека, которая есть на первичку, одобренная, она существенно интереснее, чем ипотека. То есть ипотеку на вторичку, которая одобрена, она вот ее сейчас выводят на сделки до конца марта. А что будет в апреле, посмотрим, потому что количество одобренных заявок на вторичку, ну, в разы меньше, чем это было в феврале, конечно. Но ипотека, которая была одобрена на первичку, у нее еще есть свой срок действия, и, соответственно, то есть еще пока она работает. Угу. Насчет программы льготного кредитования. Сейчас все говорят о поддержке. Вот этой поддержки достаточно, как вы считаете? Ну, во-первых, я думаю, что в первую очередь она идет, наверное, давайте честно, идет поддержка строительной отрасли в первую очередь.
Вот. И насколько она будет полезна, ну, можно только однозначно сказать, что в связи с тем, что увеличен лимит стоимости квартиры по господдержке, несмотря на то, что повысилась процентная ставка, но мы уже 4 недели живем в состоянии процентной ставки около 20, поэтому 12 уже, в общем, не так страшно кажется. Вот. И я вам больше скажу, есть клиенты, которые говорят, хорошо, мы подождем, а когда с 20 до 15 упадет, и все, и мы будем брать ипотеку. Уже это такие заявления. Случится? Ну, это когда-нибудь все равно случится. Угу. Когда это случится, непонятно, но когда-нибудь это случится. Не завтра, не послезавтра, может быть, через год, может быть, через два. То есть, еще раз повторю, когда мы брали под 18% годовых в 2004 году, я даже себе предположить не могла, что ипотека будет там 10% годовых. И уж точно, что 4,7 или там как 1,5% в прошлом году у нас субсидирование застройщиков было под 1,5% годовых. Ну, это же вообще копейки. Поэтому очень трудно говорить о том, что будет. Можно сказать, что если сейчас жилищный вопрос надо решать, то я всегда за то, что его надо решать. Потому что потом будет рефинансирование, то есть когда процентная ставка упадет, будет рефинансирование, и все нормально будет происходить. У нас в 2014 году, кстати, очень многие клиенты тоже, вот, как бы, которые приняли решение, что мне надо решать жилищный вопрос, я буду это делать здесь и сейчас. Через полгода в хороших ситуациях рефинансирование сделали, и все замечательно было. И цена квартиры осталась там, ценой 2014 года, то есть это существенно ниже, чем сегодня. То есть я хочу сказать, что нельзя дать однозначный прогноз и однозначный рецепт, который подойдет для всех. Вот здесь я очень хочу, чтобы меня услышали, что инструментов очень много, очень много. Ипотека точно такой же инструмент решения жилищного вопроса, как ну, какие-то другие инструменты. То есть это один из инструментов. Здесь очень важно понимать, надо его решать или не надо его решать. И если его надо решать, значит, тогда мы садимся, разбираем ситуацию, смотрим, какие у нас есть ресурсы, да, для того, чтобы зайти в этот проект и решить этот вопрос. Если этих ресурсов нет, недостаточно, то есть нет ни уверенности в там, моральной, материальной, физической, да, там, по профессиональной, потому что ну, трудоустройство никто не обменял, и заработную плату, которую нужно получать и платить с нее ипотеку, тоже никто не отменял. То есть с каждым конкретным клиентом мы садимся и разбираемся в ситуации. Плюс люди, мне кажется, еще станут еще более рисковыми, потому что по сравнению с 20%, 15% это уже ну, вполне так себе нормально. Да, конечно, да. У нас был клиент, ему рефинансирование делали 6 раз. Ого. Да, ну, то есть потому что ипотека старенькая, и вот каждый раз, когда процентная ставка новая менялась в сторону понижения, мы ему делали рефинансирование, потом и еще одно рефинансирование, еще одно. А, еще одна тема, о которой говорят эксперты, они предполагают, что из-за всей этой ситуации внешнеполитической и экономической количество агентств недвижимости сократится. Вы что думаете на этот счет? Ну, я думаю, что, конечно, небольшим агентствам недвижимости, которые не входят ни в какое сообщество, то есть у которых нет какого-то круга общения профессионального, взаимодействия профессионального, конечно, им будет сейчас сложновато, да, то есть мы вот буквально, я на прошлой неделе была в Москве на конференции с партнерами. И мы как раз говорили о том, что сегодня спасение для бизнеса – это именно такое кооперативное взаимодействие между партнерами. Я не думаю, что прямо существенно они могут там… Знаете, я могу сказать, что мы не уйдем с рынка, это точно. И ряд моих партнеров тоже не уйдет, потому что мы прекрасно понимаем, что для нашего бизнеса сейчас открываются еще больше возможностей. Я говорю в первую очередь о социальных возможностях, потому что мы всегда говорим о том, что наш бизнес – это социально ответственный бизнес, ну, социально значимый бизнес, а сейчас он становится еще и социально ответственным, потому что, ну, действительно, я в марте месяце наблюдала людей, которые без риэлтора заходили в сделку, и оказавшись вот в этой ситуации, ну, это же очень страшно на самом деле, когда у тебя нет взаимодействия ни с банками, ни с застройщиками напрямую, когда процентная ставка в течение дня меняется несколько раз, причем она меняется сначала в повышение, потом банк говорит, нет, ладно, мы будем выдавать по старой процентной ставке, потом через два часа говорит, нет, не будем выдавать по старой процентной ставке. И вот эти вот качели, ну это же, я не знаю,
какую нужно выдержку иметь для того, чтобы, зайдя в сделку, это выдержать. Вот, то есть я не думаю, что я не думаю, что с рынка уйдут профессионалы. Понятно, что, как в любой, наверное, профессии, есть профессионалы, есть те люди, которые любят свое дело, есть те, кто пришли на хайпе заработать здесь денег, потому что последние 2 года здесь денег было очень много. И, конечно, сюда заходили ребята, которые, в первую очередь, на это нацелены. Будем надеяться, что они либо вырастут, либо уйдут с рынка. Но профессионалы, я думаю, что профессионалы останутся. То есть в сложные времена агентствам недвижимости лучше держаться сообща в неком сетевом агентстве. Вот расскажите, пожалуйста, про Золтер. Золтер, да? Золтер, да. Слушайте, знаете, Золтер — это не сетевое агентство, да, то есть это сообщество, которое объединяет разные агентства недвижимости. То есть оно, да, как бы позиционируется как неофраншиза, да, то есть именно неофраншиза, то есть это франшиза без бренда. То есть мое агентство недвижимости называется Барнауле Ресмарт. В Бийске у меня вообще перспектива 24, то есть там она даже не входит в сеть Золтер. Но здесь суть именно в том, что формируется сообщество, где каждый вносит свой вклад, и практически в ежедневном режиме мы сейчас общаемся, то есть у нас постоянно проходят аудиосовещания, то есть каждый день мы делимся новостями, каждый день мы делимся своим видением, делимся тем, что мы делаем у себя в агентстве, потому что мы же, то есть какие-то вещи внедряем, какие-то вещи убираем, и это все, конечно, помогает нашим партнерам друг другу, мы все друг другу помогаем. Конечно, я могу сказать вам, не только в трудные времена надо агентством недвижимости держаться вместе, то есть профессиональные сообщества никто не отменял, профсоюзы — это, то есть какие-то профессиональные сообщества не только в недвижимости, это хоть где, это большая движущая сила. Но при этом конкуренция внутри сохраняется, да? Здоровая конкуренция. Здоровая конкуренция, то есть я не люблю слово конкуренция, я вообще вот сколько лет на рынке, то есть больше 17 лет я на рынке, я не люблю слово конкуренция, я люблю слово партнерство. Потому что партнер — это всегда понимание, что у партнера есть свои границы, и есть точка пересечения с чужими границами. Вот на точке пересечения чужих границ, совпадение интересов, мы взаимодействуем. Но мы не лезем в огород каждого, то есть, потому что у каждого своя история. Вот. Держаться вместе — это, конечно, очень полезно и это выгодно и прибыльно, потому что мы приехали с конференции, в прошлые выходные я была. На прошлой неделе я уже внедрила 3 процесса в своей компании, которые дают уже сегодня, здесь и сейчас результат. То есть мы единственное, что чувствуем, что мы стали более собранными, мы стали более концентрированными, наверное, более профессиональными. То есть мы поняли, что вот она, эта ситуация, где нужно проявить свои профессиональные качества. И это в том числе поддерживается тем, что мы находимся в сообществе. То есть, с одной стороны, мы приносим инструменты, с другой стороны, есть чувство локтя, да, мы понимаем, что профессия важна, мы понимаем, что мы не одни вообще в принципе в этом мире, и не одни не с точки зрения того, что нам тут грустно, да, и не с точки зрения того, что мы тут не монополисты. То есть тоже вот это вот понимание, что вокруг-то тоже есть профессионалы, и они тебя тоже так стимулируют хорошо. После такого позитивного мнения странно спрашивать о мерах поддержки, но вдруг в сфере недвижимости нужно что-то еще. Вот как вы считаете, что нужно было бы еще? От государства, имейте в виду. От государства мы не только в сегодняшней ситуации, мы давно уже очень ведем переговоры от имени сообщества, ведем переговоры по государственному регулированию отрасли, потому что благодаря благодаря такому тесному сотрудничеству и такой постоянной кропотливой работе у нас 3 года назад наконец-то профессию внесли в реестр профессий. Да? То есть у нас теперь официально есть профессия специалист по недвижимости, брокер по недвижимости. То есть, хотя до этого профессия была, а названия у профессии не было. И в реестр она не была занесена. Следующий этап, конечно, мы очень ждем, то есть каких-то действий, какого-то регулирования, либо закона риэлторской деятельности, либо это, возможно, будет лицензирование, либо что-то. Что-то, что в
опираясь на что мы сможем выводить профессию именно в такой хороший диалог законодательный, чего бы очень хотелось на самом деле. Ну, получается, а кризис вы сможете и сами преодолеть? Однозначно. Я думаю, что здесь, знаете, ну, я вообще считаю, что любая поддержка не только в отношении бизнеса, а в отношении личных отношений, а чрезмерная поддержка, она только мешает развитию, да, то есть человек ли это, ребенок ли это, партнер ли это, сотрудник ли это, бизнес ли это, он должен научиться опираться в первую очередь на себя, то есть нужно научить инструментам опоры на себя. А когда этому когда человек, ребенок, сотрудник, партнер, директор, хоть кто это умеет делать, то, в общем-то, никакие костыли уже не нужны. Спасибо вам большое за такой прекрасный разговор. А я напомню, что о будущем алтайской сферы недвижимости мы говорили с директором нескольких агентств недвижимости Дианой Фоминой. До встречи в эфире.